Привет, с вами Демир, и мы начинаем прохождение карты «Рассвет», версия 4, часть 3. Ну, вот, КамАЗ вообще не вовремя у нас застрял, я скажу. Или нам надо переписать курс, точно. Остановись пока. Ладно. Интересно, почему? Васёк упал. Сейчас можем еще песок повозить пока. Так, надо еще найти по карте, куда на продажу песка. Потом еще напишем курс. Будем, ну, продавать песок. Нам сейчас очень сложно лежит деньги. Еще у нас там кредит плюс. Так что деньги язык никак не будет. Нам еще надо село поднимать. Новую технику покупать. В скором времени я добавлю на карту новые моды. Скоро обновление карты для рассвет будет. Версия 4. Вчера там настроения никакого не было снимать длинную серию. Так получилось. 14-минутная серия. Пишите в комментариях под видео, кто хочет играть у меня со мной на карте FS15. Вот тут у меня обед. Ну ладно, сейчас я пойду обед. Ага, сейчас. Пока не буду полный. Ну ладно, сейчас. Так, линдер. Так, что еще у нас есть? Трактора. Гассас. КамАЗ. 31. В скором времени надо купить трактор нормальный, большой, но они дорогие. Правильно, только посещает. Нечего ему здесь торчать. Уборные машины, так, картофель. Так. Нам надо еще культиватор купить. О, вот и за 40. Диск Харов. Working. 9 метров. $40 стоит. Ну, сейчас так тоже не поедем, пока культивируем пока. А потом не сломаем. Не стоит манить покупать тебе. Что как у нас. Большой. Конечно, на подбросе купим.
Я ему по 20. Он гроу финансирует. Это 18. Еще сыну надо. Карты не будем спешить, у нас еще есть. А, еще же, кстати, я могу сегодня купить GPS 2, просто и парень 17-13 лицензию. Сейчас как раз акция еще идет. Можно купить. Вот это. Будем играть на сети. Будем можете со мной играть. Если идет сухо тоже. У меня как раз есть эти игры. Я пока еще трактор один прикуплю. Ой, нам же еще надо. А вон. Еще сильно надо еще купить. Съемку. Сегодня будет серия по GPS. Сегодня будем снимать. С легким. И дополнение. Посмотрим. Оставим пока здесь, пусть будет сеть. Ну, в скором времени, может быть, спать. Наверное, я, скорее всего, исправлюсь. И некоторые моды побираю, а то есть здесь лишний. Трактора и там. Некоторые еще дополнения надо поубирать. Техника в Беларуси хорошая, качественная.
крыша. На руки туда не надо. Карту не надо. О, пригнал. Хорошо. Жду, пока не буду полным. Хорошо. Может, пока сила будет? Неудачно, неудачно. Фух. И сейчас тоже. Наверное, я уже разучился играть, скорее всего. И сегодня еще будет серия по 15-му фармингу симулятору. Так что ждите на канале сегодня. Может быть, еще добавлю море реальности сюда, чтобы реальность. Ну и надо посмотреть еще. Посмотрим. И коров прикупить. Выращивать свиней. Короче, много хлопот. Вот эти уже нашли пока. Пускай. На канале Степан Ходоров прописать курс. Или поможет. Ну. Thank you.
знаю, когда он ездит в скайп, его уже как-то нет, 3 дня в скайпе. Скоро, наверное, серия выйдет с ним. Потому что, наверное, забросим. Ого, Васёк погнал. Давай. Мы, наверное, потом поменяем курс. Фантасии. И прямо сейчас. Золото. Красавец. Там еще надо сюда вообще пустить. Смотри, сколько стоит это. Так, сюда большой косина. Маленькая 15 тысяч. Ну, сделаю еще несколько пропусков. Сейчас я пропуск до конца доделаю, потому что сильно это мне не нужно посчитать. Здесь еще может быть поле, а потом кругом пройдусь. Сделаю поле новое. Но это уже за кадром. Да. Почему я пропускаю? Вот еще пыльяр надо прикупить. Но это уже надо сделать. А он даже еще там поле здесь. Сколько раз он все. Хватит. Адреналин. Без контроля, да? Сейчас. Вышло. О, высоко, молодец. Оп, сзади.
попробуем. А, гост. Сок. Уже, наверное, забыл. Я не знаю. Он там 37 тысяч. Так, Линда, пополнение. А, Гриша же у нас в комбайне. А это Гоша. Гоша, чё? Или Гоша в комбайне, да? Или, не знаю, ладно. Кустик один, кустик два, кустик. Кустик один. А я добрый. Скоро вас их не надо. О, вон, Васюк, молодец, давай. Медленно, не для просто вещи. Ну. Я как 45 тонн. О, 45 тысяч. Здесь все это. Надо щитик близко какой-то. Спасибо.
Тяни, давай, давай, тяни, давай. Вот теперь да. Ну, реще, реще, давай, 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 давай. Нам не надо было отключать, я не могу быстро. Ну, в реальности бы этого учителя бы перевернулся, была бы с ним уже у нас от флип. Ой, бросил, бросил. Привет, привет. Вот, скорость набирается 4 километра в час сейчас. А, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Ну, 2000. Вот 1000. 500. Как ветром сдул. А вон корм не хочет. А нас вон. Пока не сильно подзаработаем. Смотрим. С ногами, что не будет. Можно было не зайти за ним. Вот он как резко сразу. Ну-ка, ну, давай, 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 мечты, вот она, ясь! Все уже сделал. Надо.
Вот она, вот она. Вот она. Лучше бы дома бы сидел. Или бы нам помогал. Поработал. Это кто? Ну, это по-моему. Быстро убери. Она там не сильно попросила. Сейчас тогда будет потомить самый дальний. Сейчас пока подержим. Как тебя зовут? Петрович? Ну, не буду называть Петр. И не обязательно было нам покупать КамАЗ, где-то и еще одну телеку купил, и все. У тебя КамАЗ и один делать. Ну, чуть-чуть трактор можно помочь ним купить. Застрял. Сейчас. Все нормально, все круто. Будем на посту. И всем. Ну, трактор вообще мощный, намного мощнее. Все. Но он стоит не так, что не дешево. А дорого бы, я сказала.
Хорошо. Надо чистить в кофе, брат. Немного вспомнить. Сюда, да, да, не так. И не так-то и долго. Ну, 4000, хорошо. С таким темпом мы выслужим. Сколько еще одна тыга растет? Сейчас. 3500. Ладно, купи. Подсоединяйте. Будем писать сейчас. Да, как раз вовремя. Все скоро запишем. Если будет по-моему. Только что мне не стало тебе искать. То, что ты сюда не понимаю. Можем тебе сейчас вот. Вот так, я думаю.
Ой. Чем? Ну, нормально будет. Подобавили бы морала с техникой. Вот это было бы круто, как в FS-13. Вот это было бы очень круто. Техника моралась. Потом ее мыть карточкой. Вот это было все. Зачинись. Так, вертитик медленнее, но он каждый доллар отрабатывает. И потом что-то будем делать. Вот, наверное, скоро пофиксит. Да, пофиксит. Скоро будет цена. Будет стоить там где-то 2000 долларов. Поставить. Цена у меня никуда не надо. Так, ну, типа, да. Чисто круто. Вот это из ряда не было много ехать. На скорости скоро. Это не нормально. Ну, шумоизоляция хорошая.
вообще круто все. Ну. Наверное, скорее всего, на FS 15 это работает, карту черкать на 2 плюс пилот. Желательно. Ну, женись несколько техники русских. Телега, хотелось маленькая, потом еще кирилит, дом 1500. Он вообще с мафиром появился, ну, из русской техники. А потом уже этот кирилит и ПТС. Ну, желательно было уже поскорее бы выходила русская техника. Да. Сейчас, наверное, это сохраню. Кустой. И для следующего трактора тоже подключу это. Либо скопирую для него. И будет еще раз. Еще надо этот силос еще. Но ему дело вообще есть. Да, не так туда. Вот,
Один. Все. Поворотники пока надо отключить, они не нужны сейчас. Ну, вообще все круто. Ну, денег пока хватает. Все нормально. Сам поехал. Вот ты кадрист, вот ты кадрист. Это ужас. Ну, это все нормально, все круто. Ладно.
Морщик. Морщик на Хаспецовку Углегорск. Так. Зачем сюда пить? А, вот продуктовый. Нет, у нас есть. Нет. Сейчас опять приедем. Все. Так. Сколько там нормально будет? Петушки. Петушки надо съездить. О, идите. Подождите. Петушки. Не-не-не. Сбербанк. Круто. Не-не-не. Так. Все, телепнулись. Пошта. Пост. Нет, что-то не подобно не будет. Будьте же заканчивать серию. Ставьте лайки, подписывайтесь. Рассказывайте друзьям о моем канале. Подписывайтесь в группу ВК. Ссылка будет на канале YouTube. На моем ссылка есть. Под оформлением. Всем пока.